Вес, по-моему, там не хилит, он что-то настраивает. Так я тут. На кого первого? Собаку, да, наверное. Похуй, не пошли. Так, жалко, мага нету, блядь. Короче, вы понимаете, там... ДК нету. Там на этого, как он называется? На мишку я сейчас заберу. У меня там одна есть чарка. Надо вторую. Вы бы хоть отходили от вихря от этого. Может, реально лучше Хэлла в этот рейд, не во второй? Ну... Я просто боюсь, я не захилю. Учись! Как раз этот инст для того, чтобы учиться, но... Там есть сложные боссы, ну, по хилу есть несложные. Ну, посмотрим. На собаке там не хилить. Там только не сдыхать надо. Ну, на этом я в третьего спекнусь. Ебать, это что такое? Почему он так сильно пробивает? Так, вот рыба. Ну вы говорите, что тут да и как, я тут первый раз. Так ты же вроде был. Ебать. 25-ки ты вроде с нами был. Ну тут то же самое. Первая пати налево, вторая направо. Просто людей меньше, отходишь от окружающего. И попадаешь в поезда. С меткой сбегаешься отличие... танка. Да, 25-ки белый круг, вот этот сокрушающий, он откидывает еще. Да, так что не отлети в РДД пачку. Ну где затмение, тварь тупая? Ой. Смотрим, на ком гейзеры будут. Миле. Он на миликах. Смотри, прям к нам бежит. Куда ты бежишь к нам? Ностальгия, блять. Он словил конфликт? Да нет. Нифига себе, повезло. Ну, пульсации не было. Вот сейчас пульсация она есть на нас. Вот если бы сейчас подбежал, словил бы. Сейчас РДД, смотрите. Случа выйдете и будет этот. Ага. B.
Берегитесь. Это ебаная хуйня, сука. Блин, неудобно, я воду не вижу, стаки щита. Тоже поставишь потом. Я тоже, блядь, все это настраивал. Ой, я, оказывается, с этой, с властью крови, с властью мертвых, блядь. Так это же бис. Не знаю, не знаю. Гейзеры. На, нахуй. Бегите или умрите. КД хилки. Каст этот дурацкий. Ебаный в рот, блять. Ебал эту хуйню нахуй. Что с гейзерами делать? О, никто не против, я руки заберу. Мне чисто не надо. Зачем тебе руки с РПБ? А мне вот эти руки мне надо, кстати. Мне кожаные руки надо, я хочу криты добавить. Мне вот эти... Мне с РПБ. Мне вот эти надо. На ретрика. А тебе зачем? Там друидовские же. Он хочет себе нонсетовские, типа, руки заменить. Сделать себе. Так есть гнилого, блядь, такие же скрит. Нет, ты можешь стратегишки именно. Мне именно надо стратегишки. Ага. Чарку крутить, что ли? Да, я чарку возьму и хочу вот руки стратегишки и пояс поставить. Толка. Здорово, пацаны. Здорово. Привет. А что, уже фул, да? Мы в ТТГ. Сейчас, сейчас, если что, вторую пойдем, ты пойдешь это, локом, если у тебя КД нет. А у меня КД. У меня на ДК нету КД, но, блин, я ДК не умею, там никогда не был. Ну, ты десятку дашь? Ну, блин, от заломания сколько там? 10, 11, 12, 13 давал. Ну, пойдет. Тебе надо это, ностальгия, эти ну, перчи? А, кстати, он кот, и там чарка котовская. Да, котовская, что даже не крутить. Поэтому... Тебе надо, да, ее? Пускай ему лучше будет. А это уже, если бы никому не надо было, то можно и на пала. Да, у него прям чарка сразу котовская. Я впервые вижу котовскую чарку. Ну, хорошая, да. Мы когда статиком ходили, у нас кот за ней гонялся, блядь. 50 раз крутил и хуй выпал. Так, я в дерево вообще прыгнул. Ну, БЦ с первой чаркой. У тебя есть штаны с гэма? Так, что там, блять? Устранение яда, блять. Один на хп, другой на АП. Кричите.
Да, борьба я ставлю. У вас в прошлый раз тоже стоял милибаф. Че, готовы? О, камни берите. Тут камни пригодятся. Прям. Да я чё тут? 5, 4, 3, 2, 1. Хз, откатится Гера. Да и похуй. Нам главное дыхание выхиливать. А чё, сегодня не поприходили, да, многие? Дал массу круг. Пиздец, там дамажит, конечно, миликов нахуй. Вроде прохиливаем. Так, на кого-то бегут чубрики. Норовист. Без Гера. Да похую. Ты далеко так не убегаем, бля, как тебя хилить-то? Мы выносим эту хуйню. Как он сдох? Как бич. Чё-то мы не вывозим. Походу. Ну если в бублике, вы выйдите с ним, чтобы вас хилить можно было. Не могут хилить. Берите или умрите. На, блять. Ой, я забыл. Я просто хилил. Ну, сейчас Гера была бы, убили. Пизда, нахуй. Эвест сдох. Выхиливать не можем без него. И ДПС залупа. А как Эвест сдох? Крипток. Я просто шотнулся. Я не знаю, но этот, Крипток, а чё у тебя, ну, с ДПСом? У тебя Т4 нету, чё у тебя так мало на руке? У тебя он совсем в хуйню одет. Или что? Что-то вообще пиздец. Бублик выносил и шотнул, я хуй знает, что произошло. Там жесткие тринки, но там Т4 нету. Тебя этот, взрывающаяся тьма убила. Ну, пол, который. 20 тысяч. Комбо через мечи не дамажит. Особенно, когда в левый кинжал. Но у комбо-то как там должно быть... 2,6 в этом в правой и 1,5 в левой, да? Да. Чтобы это удамажило. Блин, ребят, я без сапрота. Давайте я штраф поставлю. Сапрот и обмен войду кидаем. Обмен войду кидайте. На сапроты. Так. Где там ностальгия? Ну-ка, отстань. Кому еще обмен? Это два только челика взяли на сапрот. Этот ровист подхиливай там иногда в этом, на дыхании. Хотя бы один раз покрытись, только стани там в себя или там хуй знает кого-нибудь. Еще кому сапрот? Все сапротами? Крипток, надо тебе сапрот? Берите саппорты, иначе мы будем дохнуть так пока, да. Не надо что-то с ДПСом, надо что побольше, блядь. Че еще кому саппорт? Все выпили? Сейчас Гера, я думаю, переведем даже до каста. Вернее, убьем. Ну, посмотрим. Так. Рыбку не мешало. Стоит.
5, 4, 3, 2, 1. Я вам буду помогать желтой джагой. Да, желтый тут обязательно. Я только не пойму, о чем массакра, блядь, на пати? Вроде ж на рейд. Ну, она на рейд дает меньше, на пати больше дает, на рейд меньше. Там, там получается... две разных сакры. Там есть священная жертва, есть божественный страж. Ну, я просто вот вуду себе добавил массакру, блядь, и она мне показала. Ты какую добавил? Ты какую добавил? Священная есть... жертва. Вот. Она это на 5 человек. Придает урон паладину. А божественный страж. Вот выносим эту хуйню влево-право. Проносите. Да, заходим. Еще раз выносите. И это от сферок подальше стойте, чтобы они вас не дамажили. Вот, выходите из бубликов, чтобы вас хилить можно было. Дидианси. Ну, скоро, давай. По идее, должно быть. Вот, вот заходим. Сейчас закончится и выйдем. Выходим. Блять. Еле-еле. Шо там? Смерти разложили. Смерти... Вот это мне надо было на ДК, блять, ебаную эту хуйню. Ну хотя не, мне этот голова топовый кусок. Похуй. Отказаться. Сейчас, короче, хули дринг тебе, походу, и танчить придется, и диспелить. Так как диспельщики только ты и вест. Ну да, другого выхода нету. Тогда нонси этот фир. То буду диспелить, не всегда буду видеть казбосса. Вы Веста посох залупа, ему посох дайте. А зачем забрали посох? Кто забрал? Ностальгия. Ностальгия, дай этому и Весту. Тебе-то он нахуя. Ну, на 3 спека? Или на 4? Не, тут этот-то ходит в этом. Ему приоритетнее. У него 232-й боссаны какой-то. Нет, там надо это, повесту закидывать. А то он в Геру тогда хуй попадет нахуй. Если будет с таким шмотом бегать. Ну сейчас еще Вуду настроит и вообще будет замечательно. Еле пересидел сегодня на работе, блядь.
Так, это самая рыбка, да. Точите. По кругу или в стороны? Это по поебать, похуй вообще. Не похуй. Я вижу, выношу к стене и все. Вот квадрат. Вот. За квадратом бегайте. Просто объясни, если ты собрался по кругу, как выносить. Ну, выносим просто противоположную сторону, получается. А, нет. По часовой стрелке, получается. Похуй, разберемся. Бегаем против часовой стрелки. Квадрат, встаньте. Сира, анонси, ой. Метки пошли, выносим. А там целка десятки гер не будет? Не знаю. Можно сходить на 4 босса. Если будет, будет. Я не люблю десятку. Я хочу еще вторую ТТГ сходить. Не, ну после второй ТТГ. 4 босса это же... Вот фир. А чё мы... А, диспелите, да? Понятно. Но я до тебя не достал просто. Да, тут вест. Надо диспелить, по-другому не убить. Нравим. Берегитесь, вы умрете. Ты кастани раз массовая, а потом уже додиспеливай 2-3 штуки остается. А то под этой хуйней, под дебафом, мы больше урона получаем и подыхаем. Я могу только в мили-зоне. Да ты в мили-зоне и давай. Вот оно именно что увеличивается дамаг. Если не диспелишь, оно усиливается дотка. Как проклятие агонии. Вот. Так что это обязательно надо диспелить. Травму гер надо, блять. Еще рыба осталась. А чё притон лежит? Бля, пацаны, выкинул меня. Один травму полутал, теперь сидит вообще и бухает. Да чё тебе абсолютная пыль? Есть. Там гляну, после рейда, может, я даже получу за череп. А будет лучше в армсе? Это плюс 4% ДПС рейду. Ты бы просто спросил, например, биг демо, как что нажимать, и у тебя ДПС сразу прибавится. Он будет не против тебе подсказать. Блять, стоп, не пуляй, не пуляй, не пуляй, стойте, назад, стойте, назад, стойте. Назад. Да. Притон, ты хоть говори, когда улетаешь. Да, я не успеваю, блядь. У тебя всегда так было, что улетаешь? Или ты релогался? Да, оно как-то рандомно, блядь, происходит.
Похуй на бурсты, главное, чтобы здесь спалили, блядь, всю эту хуйню. Прочистим по центру, давайте по сторонам уносим все. Вот, веди его только немножко дальше. Да, вот так. Вот это надо диспылить. Крестик и череп, что стоите? Красав. Отвернулись. Череп, крест выносите. Ты в луже там стоишь, Вар. Зеленые. Ну, нахуй вы их в рейд налили. Я стою под танку. Поверни боком к нам. Отведи туда куда-нибудь. Бля, я не знаю. Не, ложитесь нахуй. Что? Боком сейчас будешь, потому что хэпала 50 метров нету. Будешь боком держать. И крестик череп над головой. Вы думаете, просто так появляется? И думаете, мне нехуй делать, я их ставлю? Вот вы как думаете, блядь? Или вы чё, блядь? Дрочите, что ли? Крестик, череп над головой появился, съебались с рейда. Хули вы с ними стоите в рейде, блядь? Лужи вот эти льете в центре. И потом в них же, сука, стоите и в них же дохнете, блядь. Вы что, блядь? Моментально реагируйте, там 3 секунды, чтоб метку вынести. Это РБК боссы, блядь. Тут не надо ебланить. Пришли, шмотки лутанули, ушли. И метка там видно, и эти ставятся, блядь. А хули, люди не видят. Хоть ты им, блядь, трижды в ухо насы, блядь, они не видят, нахуй. Ебать, я сказал, конечно, блядь. По-русски. Притон, поставь шкаф. Дайте сумку. Если денься. Ты сопротик, то это не ко мне, это к Войду. Этот, ну, ГП, чешка, нахила, блядь. 600, по-моему, я давал. Да. А есть что починиться-то, блядь? Сейчас поставлю. Нет, надо ли... А, у тебя был. Смоните меня. Притон, наебани шкаф. А вы во вторую уже пошли? Нет, это первая. Нет еще. Притона нет, он шкаф не ставит. Одна минута, КД. А, хуёво. Да, за одну минуту можно добежать туда. Чешки разные, я не знаю, такие, блядь, кожаные на ноги одеваешь. Чешки. Черные, белые, да? Угу. Вест вообще нихуя не хилит. Символ слова силы щит 10. Отголоски исповеди 4. Литы восстановления 13. Сколько там щитов? 10 написано. Че ты поставишь там шкаф, нет? Типа все. Ну сейчас будет бой. Будет еще другие метки ставить. Поменяется на кого-то другого, повешается, наверное. Жень, рыбу.
Еще про крик на хп не забывайте. Ой, блядь. Здоров. Спасибо. Весты тут нет. Спасибо. Блядь, Вест, прием. А, сука. Чилит, блядь, пацан, нахуй. Это было на то, пока. Ностальгия не шутка. Ну, это взносы для Геры. Фласки. И тому подобное. Для них еще получаешь 500 ЕП. Это еженедельная акция. Void Frozen, ДКшника моего ника. На почту. Там это самое. В некоторых гильдиях вообще, блядь, ну, для сравнения, там 10 косарей скидывали за сколько там? За 500 ИП, нахуй. Чего-чего? 10 косарей голды, нахуй. Вон Flame вроде было. 5000 в неделю. Бисер рассказывал. У меня так чисто не обременяющая хуйня. Кульдринг тут нет. А, бля, пиздец долго нахуй. Давайте только, блин, на выживание играйте, там выносите метки, мне хуй знает. Чё, готов? Нет. Да, я тут. Да я чё? 5, 4, 3, 2, 1. Так пойдет? Да, главное, чтобы тебя шаман доставал. Метки. Стоите в рейде, заебись. А, у тебя блинка, я понял. Отвернулись. Вы умрете. Ну чё, блядь? Не забыл гир дать. Короче, блядь, вставай, Варри, отбегай от этой хуйни зеленой, нахуй. Нормально, РНЖ, Варик. Диспел? Метки. Метки. Сейчас сфир будет скоро, готовьтесь. Фир отвернулись. Ну ёбаный в рот, нахуй, Равист, ну чё за хуйня? Это не диспелили вроде бы. Так диспельте, ебать. ЭВС нахуй. Вы что, ебанулись? Ностальгия, резай его. Ну ты залупи вайпаться сейчас. Отвернулись. Метки. Пиздец, нахуй, я хуею. Равист, резай вару этого второй раз, еще раз, нахуй. Хульдрин, ты там диспелишь? Да. Метка сразу вару выноси. Крики на хп обновляйте, нахуй. Отвернулись. Хуй прохилишь вас, нахуй, не знаю, нахуй. Метки. Пиздец. Ты дурачок, нахуй, или что, нахуй? Ну тут ты, первый раз. Ты не можешь, ну, от зеленой хуйни отбежать, ты три раза от нее не отбегаешь. Че так сложно выбежать, нахуй? Ну ж кастуется зеленое говно, блять, под боссом, нахуй. Свернулись. Ставь тотем
читай на ману. Да при притона не достаю диспель. Диспель тебе вест. С притона, блять. Он сейчас сдохнет нахуй. Ты, блядь, не видишь, ну, вест, что магия надо диспелить. Тернулись. Ой, ебаный в рот, блять. Я хуею, блядь. Подойдите чуть ближе. Где там милики шарятся, что я до них не достаю. 4, 3, 2. Вы чё, блядь? Ну, совсем тупые, нахуй. Пиздец, я хуею с вас, нахуй. Вам не стыдно, нахуй? Пиздец. Этот фир ловит. Никогда не отвернуться, нахуй. Ивест, диспель. Он в фире. Он в фире, блядь. Я только что его захилил. Метки. Да, милики, блядь. Три бича просто, нахуй. 4, 3, 2, 1. Берегитесь. Фир. И анимации показывают, и все есть, нахуй, я не знаю, блядь. Равис, дай по войду Иннеру. Если есть, блядь. Хорошо, что было, блядь. Метки. 4, 3, 2, 1. Фир, свернулись. Да притона не достаю, остальных здесь. 4, 3, 2, 1. Так, метки. Берегите. Фир. Чё, по мане сейчас глухо будет, так что, блядь. Возложение рук по дианце, дай. И хукмастер еще для кучи отвалился, да? Как вам, блядь, не стыдно, нахуй? Синюю джагу включай, бей автоатакой, босс. Да, я так и делаю. Умрёт. Блядь. Захильте. Это пиздец ИВС, нахуй. Это я в ахуе просто, блядь. Ну свой даст диспель, ну блядь, хулидринг нахуй, ну я сдохну сейчас. Берегитесь. Хулидринг диспель нас. А кто бить будет притон, да? Я притона не достаю, где его нахуй? Мана кончилась. Бичи, сука. Вот нахуй вы падаете, ну, пиздец. Нет слов просто, что вам сказать. Вот так посох. Победай. Это мне пояс. Хуйня, вы сейчас себе оставишь все и продаст. Да хули себе, да. РЛ-то не на мне, блин. Я просто портуюсь отсюда быстрее, нахуй, чтобы этого больше не видеть. Не отвернуться, не отбежать, нихуя нахуй, не сдиспелить, блядь. Как вы играете, сука, я не знаю.